будете говорить по-армянски, а по-русски скажите два слова сейчас. Вы что это будет? Потом. Пожалуйста. Хорошо. У меня проблемы с голосом. Ну вот, сегодня встреча с Пашиняном выглядит немного иначе. Здесь огромное количество людей, поэтому, конечно, его не то что охраняют, а оберегают. То есть есть... люди, ну для того, чтобы не случилось давки, да? Спасибо за ваши комментарии. Постоянно слежу за вами. Очень объективные и честные комментарии. Спасибо. Я буду смотреть еще раз. Хорошо. Вы победите. О, я тут звезда. Блин, кто бы мог подумать. Сейчас 7 часов. Люди стекаются на площадь. Что нового в течение дня появилось? Ну вот, в частности, вот эти плакаты. Много официальных лиц, так называемая элита. А вот что вот эти кресты означают? Кресты? Да. Кресты, крест на них поставлены, и все, больше ничего. Но... крест на них поставлены, полностью. Нечего пытаться что-то делать. А тут еще у нас католиков всех армян, где он был здесь недавно. За Ростов! За Ростов! За нас! За Ростов! Но Россия! Наши братья, братан. Давайте выпьем за братву. Суровый напиток. Сколько? 65. Ребята, держите. Давай, давай, удачи. Все это начиналось как революция пешеходов, революция зебр. Так оно вот здесь символически сейчас и завершается. Революция зебр. Вся элита Армении вот здесь, на этих желтых полосках. Да, красавцы! Да, да. Yeah. И ноги подметаем. Вот она! Огромная эта площадь. Конечно. Как мне этой машины не хватало все эти дни. Сегодня все возможно. Сегодня праздник. Не рано празднуем? Нет, они ведь еще не все ушли. Нет, уже праздник. Уже? Да, 100%. Кто будет премьером? Николь Пашинян. А, наш... какой будет Армения, когда он хорошо, станет? Вообще отлично будет. Что изменится? Ну, все изменится. Все. Все. Оно конкретнее. Ну. Сами главные люди. Армения маленькая. Я сегодня здесь третий раз с ним сталкиваюсь. Есть миллион народа, но мы постоянно рядом. Митинги оппозиции, я бы смог вот так запросто подойти к самой сцене, без всяких аккредитационных удостоверений. Что-то у меня большие сомнения на этот счет. А это главный босс. И вот здесь я, без каких-либо корочек, усы, хвост, вот мои документы. Вот эта сцена! Наша
у нас продакшн, наша сцена. А они вам за нее деньги платят, они арендовали? То есть вы сами выставили? Это по честному слову. Мы сами. Сами сделали это. Сами? Да, со своим желанием. Ответ, где была полиция, почему ее сегодня не видно. Вот она, стоит в гражданской форме одежды, общается с революционным народом и правильно делает. Это еще раз к вопросу о том, насколько точно была выбрана тактика работы с полицией. Не противостоять, не сражаться, не обострять. И в итоге вот они на трибуне рассказывают о том, как они все это любят. МВД в Армении, наши ребята, которые воевали в Арцахе, теперь здесь, рядом с народом, и всегда были рядом с народом. Я тоже всегда был рядом с ними и сейчас, и завтра, и всю свою жизнь. Наша полиция никогда народа не трогает. Никогда. Человек, который может себе позволить как власть практически распорядиться им скорее всего самым оптимальным образом, как он это уже показал, оставаясь максимально в законном поле. Новость, которая только что прозвучала, мне ее перевели. Оказывается, сегодня Карапетян созывал силовиков и требовал от них ввести чрезвычайное положение. Вот об этом сейчас рассказывает Пашинян. То есть речь идет о том, что они все-таки пытаются сопротивляться, причем силовым образом. Митинг, в общем-то, завершился. Если вы владеете армянским языком, вы, конечно, знаете, о чем там говорилось, потому что чуть ли не каждый второй человек вел стримы. Для русскоязычных попробую кратко пересказать. Да, состоялись те самые выборы, это было очень коротко. Пашинян вышел, сказал: ребята, вы считаете меня своим представителем, представителем народа? Все сказали: да, ну и отлично. Кроме того, Пашинян изложил много достаточно новой и по-своему тревожной информации. Во-первых, он сказал, что имел беседу с некими официальными лицами, представителями из России. И они подтвердили, что официально, что вмешиваться в армянскую ситуацию не собираются. И это здорово. Но с другой стороны, он рассказал вот о чем. По его сведениям, сегодня вице-премьер, исполняющий обязанности премьера, собирал силовиков и требовал от них введения чрезвычайного положения. Добивался, чтобы они начали это делать. Не знаю, насколько эта информация проверенная, но она сегодня прозвучала. Отхожу немного подальше, потому что там праздничный концерт, там громкая музыка. Здесь все было заполнено народом, сейчас людей уже нет, люди расходятся. Так вот, говорить о том, что победа окончательна, бесповоротна, что она случилась, не приходится. Потому что в отставку
Карапетян не ушел. Вроде как проводит даже совещание по поводу введения чрезвычайного положения. В общем, все достаточно пока напряженно. В связи с этим было объявлено следующее, что, во-первых, завтра людей призвали вновь блокировать улицы, блокировать движение, причем не только теперь улицы в городах, но и трассы, соединяющие города. Это первый призыв. Второй призыв – быть готовыми к блокировке, к блокированию всех государственных зданий. Если кто-то из республиканской партии, армянский аналог нашей Единой России, если кто-то из республиканской партии, вот примерно так сказал Пашинян, попробует пробиться на премьерскую должность, то есть стать во главе страны, то люди закроют всем членам республиканской партии доступ в государственные учреждения. Такого пока еще не звучало. Улицы мы блокируем, но здания, об этом пока речи не шло, и вот сегодня впервые прозвучало. Придется ли это делать? Будет ли это необходимость? Но я думаю, завтра мы уже сможем узнать. По всей видимости, я остаюсь здесь еще на денек. Посмотрим, поглядим, дождемся настоящей полной победы. Всем сил, упорства. Армения будет свободна, Россия будет свободна. Все, удачи, пока.